Хей, ребят, перед просмотром видеоролика не забудьте подписаться на мой канал и поставить лайк. Приятного просмотра! Всем здорово, друзья, с вами Дэн. Продолжаем играть в LEGO Batman 2 DC Super Heroes. Я уже нашел первый персонаж, который мы можем купить, но мы пока что этого делать не будем. Итак, значит, активируем терминал. Ага, у нас тут даже карта, в принципе. О, там был капитан Бумеранг, да. Капитан Бумеранг, и мы сейчас будем, как я понимаю, с ним, да, сражаться. Во, мы можем телепортироваться. Ага. Или не можем. Ну-ка, секундочку. You, карта транспорт. Ну вот карта. Вот так вот, да? Right, понял, понял. Хорошо, интересненько. А, так вот, я тут. Так, хорошо. Вообще, в теории... Ну ладно, поехали тогда вот куда нас ведет метка. И также призрачные детальки. Ой, извиняюсь. Все что-то на суете, на панике. Угу. А, вот. Вот поэтому я тогда и подумал про лидерский костюм, потому что я вспомнил именно вот эту локацию. А, мы, короче, в Готэм въезжаем, я понял. Блин, фиг, тут что-то все бегают. Проморгал, да? А, во, да, вот сюда нам надо. Опять промазал. Оп. Вот сюда нам надо. Да, что ж такое-то? Во, отлично. С горем пополам мы доехали. Итак, у нас Gotham City News. We've got goons in the streets, thugs in the park, and poison ivy in the botanic gardens. Ivy. Killer Moth, who's apparently power station. Killer Moth? For real? Wow. Killer Moth. Who knew? Ну да. Над ним вот угорали, да, то, что за ноунейм злодей. Ну как он, популярный, но типа... Мотылёк-убийца, камон, типа... Дурацкое название, сам как персонаж дурацкий, да, типа. Just like Arkham. So I can stop carrying this? I mean, now we have other samples. Хорошо, итак... А, катсцена еще идет, хорошо. О. Ядовитый и плющ. Ну, наступать нам, естественно, нельзя. Потихонечку, потихонечку. О, ну просто так мы его не получим, да?
Так, давайте тогда пробовать все крушить. А, вот уже детали вижу. И крушить, в принципе, ничего не надо. Просто, наверное, рычажок жмакнуть. И good. Будет все good. Скафандр. И теперь нам пофиг на все, на все это. Так, хорошо. Допустим, мы набрали. Угу, я понял. О, детальки. Нужно колбочки залить. Я это все сверху вижу. А где сами-то колбочки? Я не понимаю. Хорошо, допустим, мы сейчас поднимемся вот сюда. А, все, я вижу, 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 я понял. Excuse me, sir. Угу. Excuse me, sir. Погнали дальше. Блин, что-то... Надеюсь, мне не придется за фиолетовой жидкостью бежать куда-то далеко. О, здорово. Ага, спасибо. Да что ж такое-то? Хорошо. О, это я уже случайно. One more thing, sir. Get them! Угу. Так, погнали, попробуем залить теперь вот в эту капсулу. А, я же воды, да, набрал? Вот так вот, да, даже? Ну ладно. Пойдемте подальше тогда. Пока я не понимаю, что происходит. Ага, понял. Так, пока что все нормально, пока что мы хотя бы продвигаемся. Ну что ж ты? Ну здорово. Так, мне нужен Робин, он куда-то пошел вообще не в том направлении.
Во, вот так вот это работает. Вот и все. Вот так вот это и работает. Не нужно нам ничего набирать. А с этим, да, мы ничего не сделаем. Тут надо взорвать вот эти металлические трубы. Но этого я пока сделать не могу. Ну чё? А, понял. И активируем. Угу. Сейчас рванет. Ну, сейчас нам как раз-таки будет доступен магнитный костюм, я понял. Тут, в принципе, все намеки как раз-таки к этому. Затыкаем. А, во, вижу. Значит, смываем все это отсюда. И, как я понял, в принципе, нам этот костюм больше не понадобится, да? Просто так, что ли? Надо, это просто, то есть, рандомные приколюхи, да? Ну, я понял. Что-то я, да, тупанул. О, о, красный цвет. Так, быстренько гасим этих. Опять взрыв. Но деталь нам все равно накинули, я понял. Угу. Ну, в принципе, все понятно. Нам нужно ждать платформы. О! Красава! Окей. Ну, как я понял, я не перепрыгну это все равно. Ай-яй-яй-яй, у меня палец соскочил с курка. Ой, не с курка, а с это, сосочка. А, ну да, дофига бочек, почему бы мне их и не этого, не притянуть просто разом. Оранжевый. Так, нам еще один цвет, кстати, остался. Что ж такое-то, ну? А, что за обман?
Даем. Вот и все, быстренько перепрыгнули. Угу. Так, ну тут, в принципе, все просто. Запрыгиваем сюда, получаем оранжевый. Оранжевым брызгаем сюда. Так, фиолетовым мы брызгаем. Сейчас наполняем. Потом брызгаем сюда. И, кстати, цвет заполнения тоже. Ну, собственно, какой цвет самой этой жижи. То есть вот тут будет у нас зеленый. Да, то есть мы воду получили. Нифига себе. Да, типа тут монеточки, все дела. Там нам нужен Бэтмен. О! Смываем это все. Красава. Он просто типа, ну, не попадает. А, вода закончилась, прикольно. И такое может быть. Да что такое-то, ну? Ура! Активируем. Ну и заходим. Так сразу видим, можем здесь вот сделать вот так вот. Кто тут у нас? Просто клоуны, да, пока? Ну, хорошо. А, кстати, не могу взять монеты, смотрите, видали, да? Вообще никак. А, я понял, это в этом и прикол был. Прикольно, кстати, вот это прикольно сделали. Мне прям понравилось. Перед этого монетка. Понял. Мы просто так фиолетовую монетку там не получим. Ну и не надо. Последний цвет это у нас, кстати, голубой. Так, отключаем здесь воду. И, значит, собираем голубой цвет. Отлично, катсцена. Прометий. Ксенон, ртуть, тантал. Нет, он оставил пустые бутылки там, и это не
he stole was to make something else. Бабах. So, we're gonna leave now, right? Yes. Ага, это только контрольная точка. Хорошо. Так. А, нормально, я смог пропрыгать с водой. Значит, тушим, тушим. Итак. Акробат. Максимально аккуратно мы это все делаем. Угу. Но пока все равно не понимаю, как пройти Бэтмену. Ой, я это случайно. А, все, я понял. А, блин, а ты зачем сюда-то прошел? Вот так вот. А, кстати, я и так могу воду восполнять. Кстати, вот в чем прелесть. То есть, оп, и я уже с водой. Но вообще, сейчас я покажу, как это должно работать. Это должно работать типа вот так. О, вот и все, я полный. А, нет, я нулевый. Хорошо. Ладно, это почему-то не работает. Но ладно, я знаю, как можно по-другому сделать. Допустим, вот так. Да. И обратно вот так вот. Я полон. Хоть все тут залей. Он же, конечно, как-то не так работает, но я вот так вот, допустим, сделал, да? Так, а в последнем? А, понял. Приколюха от Джокера. Так, костюм для Бэтмена, наверное, взрывной, да? Ну да. Я просто увидел металл. Кстати, как он называется еще раз? А, мне сейчас не напишут, ну ладно. Энергетический, да. Вон там написано. А, тут можно было и без этого пройти. А хотя нет. Тут нужна именно сила. Ладно, без проблем. Проходим дальше. Дальше.
Все, взорвем тут. Почему бы и нет? А, тут золото, хорошо. Так, и чё? А, вот там, нам вот тут акробат и нужен. Ладно, бежим. Эта труба даже, кстати, в цветах Робина, в костюме акробата, но ладно. Не суть важно. Тут мы как раз таки соберем цеплялку для Бэткрюка. О, паркур. Оп, кайф. Оп, фиолетовая. Оп. И замечательно. Лестница для Бэтмена. Пфф, красавчик. Просто вот он сам лез, да, то есть искусственный интеллект сам лез. И я в итоге ему все обломал. О, замечательно. И вот нам, собственно, мост, да, по которому мы спокойненько сейчас пройдем вниз. А, Джокер. И у нас просто пожар такой начался. Прям жесткий-жесткий пожар. Ну тут проще некуда. Как я это сделал? А, там не было прилу лестницы. Кстати, вообще, по технике безопасности. А, во, нормально, я думал, что за бред. Так, хорошо, проходим. Ломаем тут. А, вот, сейчас будем с помощью Робина тут. Да, вот. Для его... Ох, как его? Колесо хомяка. Нужно еще и зарядить. А у меня нифига не электрический костюм. А, это не обязательно, все, я понял. Угу. А, бонуса за это не будет, да? Ну ладно, я думал, за это будет бонус. Ладно, это просто приколюха. Я надеюсь. А то потом, блин, буду проходить, а там как раз таки опять вот это. Так. Угу, все, понял. Итак. Проходим.
Ну ладно, можно и так. Пропрыгиваем. Опа, там у нас, кстати, горочка. Какой-то большой контейнер-ящик. Нам, как я понимаю, на него, да? Отлично. А, вот у нас катсцена, окей. Полчаса мы уже играем. Это пока что один из длинных частей. Но она и последняя, пятая. Ну, из 15. Ну, то есть, типа, если взять три главы, то она последняя. О, Супермен. Супермена. И это еще не все, это мы еще продолжаем. Так, давайте сохранимся. Умеет летать, ну это понятно. Также у него, наверное, до зрения лазер. И также холодное дыхание. Ое. Ну и также он супер сильный, ё-моё. Вот, оп. Замечательно. А, и, блин, у нас прям имба. Прям оп. И заморозили. Оп, и забрали фиолетовую монетку. Хорошо. Но он у нас не может взрывать металл. А, он еще и... Быстрый строитель. Окей. А, у меня еще и ХП бесконечный. Ну, точнее, металлический, да, типа, ну. Ну да, по сути. Только криптонит меня сможет победить. А, еще у меня же есть зрение лазерное. Так, 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 так. И чё? Вот что-то мне подсказывает, что я тут что-то не так сделал, да? Ага, так, окей.
Excuse me, sir. Так, пока я не понимаю, что должно произойти. А, все, блин, господи. Все оказывается просто. Так, и чё? Угу. Угу. Все, понял, походу. Нет. Дурак я, дурак. Так, и фиолеты у нас вот тут. Правда, не знаю, в чем прикол, конечно. А, нет, все-таки что-то происходит. А, он просто стоит. Хорошо. Так, и чё? А, это надо заморозить все дело, да? Я понял. О, отлично. Теперь-то что? Мне нужен костюм Бэтмена. Который электрический. А где мне его? А, вон он. Все, нормас тогда, нормас. Да, затягивается у нас уже почти 40 минут. А, это для ядовитого плюща, окей. О, вижу. Ну, это в Лего Гарри Поттере мы научились это делать, по сути. Ну, мы все равно один огонь там пропустили, я даже знаю где, но бог с ним. О, мы даже можем прям на лету это делать. Ну и, конечно, мне нужен тут Бэтмен.
И чё ты? Пам-пам-пам. Бежим, бежим, бежим. И заходим. Не, ну Супермен прям шикарно. А, да это еще не все, да господи. Контрольная точка. Бабах. Ой-ой-ой-ой-ой. Сохраняемся. Надо бы по фасе еще проходить, то 40 минут уже как-то. А, ну да, ну да. Да, хорошо, я вовремя успел прийти, а то бы сейчас об этом назад бы пошел. Блин, ну тут... Чего стоит только быстрое строительство? Вот. Шикарно. Так, окей, это не то. Тут нам как раз таки, ну как ты вовремя-то, а? Вот только хотел до Супермена переключиться. Так. Да ё-моё. Отлично. Теперь мы можем нормально взорвать. Так, катсцены. Скорее всего, уже последние. Ну да. Call me if you need me. Batman. Maybe he could help with this. I mean, he's had a lot of experience dealing with Lex Luthor. We don't need him. Well, it seems like just now we needed him. We would have been fine jumping off the roof. I think we would have broken our legs. We've broken our legs before. Yeah, but I didn't like it. I mean, if we just call him. Robin, we can't go through life expecting Superman or anyone else to save us whenever things get tough. The only people we can rely on is ourselves. Bat computer, tie-in. Bat computer, remote tie-in active. Access chemical database. What substance can be produced through a combination of the following chemicals? Promethium, xenon, mercury, tantalum, and dialum. Accessing. No substance found. What substance can be approximated through the combination of the chemicals? Accessing. Listed chemicals can combine to form an approximation of... Kryptonite. We better call Superman. Not going to call Superman. Activate tracking systems. Detect nearby sources of kryptonite. Affirmative. There it is. Химическая катастрофа. Уровень пройден. Особенный режим свободной игры. Монетки. И также супергерой. Один золотой блок. И продолжить сюжет. О, вот этот, да. Вот этот я прям помню. Эпизод...
Да, вот это нас кинуло, конечно. Броневик следующий эпизод называется. Ну ладно, друзья, заканчивать буду я, пожалуй. Если вы здесь впервые, подписывайтесь, ставьте лайки, делитесь этим видеороликом с друзьями, комментируйте. А с вами был Дэн. До новых встреч. Пока-пока-пока.